приехали в Пальмярню погулять. Такая вот красота. Здесь рыбки плавают. Людей очень много. Сегодня 2 января. Всех с наступившим Новым годом. Все приехали погулять. Мы как будто в джунгли попали. Из зимы заходишь, а здесь так тепло, влажность такая большая, пальмы вокруг, красота. Растения всякие тропические. Да. Эти, которые... Мухоловки? Сынок, это те, которые мух ловят. Видишь, цветочек закрывается. А где? Отцвели, наверное. А тут царство кактусов. Кактусы какие хочешь. Кстати, на входе в Пальмярню продаются кактусы. Маленькие, красивенькие. По 15 злотых мы видели. А и эту штуку, камень, сынок.
Тут же на территории Пальмярни находится кафе. Внутри прям можно кофе выпить, посидеть. Пальма, да, кафе? Угу, красивенько. Попугайчик там в самом верху сидит. Такой громкий. А это оранжерея рослини водні. Разбойник, ты что делаешь? Я гуляю. Вадик, ты как делаешь? Нет, я гуляю. Нет, ты как делаешь? Ой, как тут тепленько, классно. И влажненько. Такое, как в джунглях каких-то. Кокосы висят на пальме. Кокосы? Это не кокосы. Кто там зайчик? Я ее еле увидел. Вон она как камень, да. Замаскировалась как камень. Я там думал, какой сверху идет потом парк, поэтому что там фонтанчик, а где же идет? Туман стены соленки. Климат как в этом. В Амазонке где-то. Попугаи кричат. Пальмы. Сколько? А, вон, варан. Это такая ящерица огромная. Потому что у нее есть камуфляж. Да, закамуфлировалась, и я не заметила. Думала, что она будет какой-то. Ренат, ты от нас не дошли недалеко, чтобы не потеряться. А может, ее два? Может. В общем, ходим мы тут из зала в зал. В каждом зале разные растения. Там водные, там тропические, саванные. Мне нравится, интересно сделано. Ну да. То попугаи, то рыбки, то еще что-то. И так ходит. Кактусы какие большие. Ну что, нагулялись в Пальмярне? Вот так вот в Пальмярне. Классно, за такие деньги, да? Вообще. Сколько мы вот отдали за семью? 26 злотых за троих с детем с маленьким и
по 2 злотых вещи за человека. Ну, короче. Ну, в сумме 30 злотых. Если летом, то 26, а если зимой, то с этими. Да, с вещами 30 злотых вышло в сумме. Парк красивый, сцена какая-то стоит. Парк, да. А там, кстати, за Пальмерней тоже парк я видела. В окно красивые колонны. Такая вот она. 2 января у нас на улице, наверное, плюс 11, да? Ну, 10 есть, остальное. Ну, 10 точно есть. Дождик немножко моросит. Едем с Пальмярни домой. Хотели пройтись еще по городу прогуляться, но у нас идет дождик. Погодка такая осенне-весенняя, но не зимняя, да? 8 градусов. Зима вообще не ощущается. Сейчас будем проезжать старый замок. Уже все, разобрали ярмарку, осталась только одна елка. Нету ни домиков деревянных, ничего. Праздники закончились. Мне еще будет 7 числа. Тоже как-то публи писала, что это за праздник 7-го. Постоянная стройка в Познане. Песни прям новые, новинки. Каждый день одни и те же. А по этой дороге я каждый день хожу на учебу. Ну, не каждый день, а 3 раза в неделю. Вот здесь вот прохожу всегда. За этим зданием находится плац Вольности, где была ярмарка. Сейчас покажем, где секонд-хенд находится. О, елочка еще стоит. Деревья как-то рядили. Да, кстати, это новые. Они были маленькие, а их сделали большие, вот эти столбы. Да? А это библиотека, здание такое большое, красивое. Нет, они эти столбы какие-то так светятся. Тряхнул. Улица Святого Мартина. Знаменский Арбат. Здорово, с плитки сделано. Тут фонтан где-то был, земли, который бьет. А вот эти вот столбики, их можно подходить и поворачивать в разные стороны. Святой Мартин на коне. Такая вот красота.
инсталляция. Большой торговый центр «Старый Бровар». Один из самых больших, красивых торговых центров в Европе. Это там, где здание бывшая пивоварня. Мы его снимали уже внутри. Ходили, гуляли. Там очень так атмосферно. Вот это здание. Такое длинное тянется. Костёл на острове Тумском. А здесь мост, весь в подсветке. Вот он, мост весь в огнях, красивый какой. Боже мой, сколько гирлянд тут. Красиво. А внизу течет река Варта. А это музей на берегу реки. Сходим когда-нибудь туда, тоже поснимаем. Костёл. Атмосферно тут. Ну что, до встречи всех с наступившим 2022 годом. Всем крепкого здоровья, счастья в новом году, не болеть. Всего хорошего!